Ты был у нас на Советской площади на Яркотке? Я был рядом. Дело в том, что рядом у меня быть очень важно. Нет своих коньков, и поэтому я просто наблюдал, как не могут замкнуть круг катающиеся на этом катке. Слушай, ты знаешь, какая самая главная проблема была вот у посетителей этого классного места? Не поверишь. Музыки? Совершенно верно. Оказывается, жители и гости Ярославля устали слушать музыку на Яркотке. Новость такая. Ярославцев отправили в мэрию утверждать музыкальный репертуар Яркотка. Так вот, первый раз не устроили треки в жанре шансона и в исполнении, не поверишь, группы «Ленинград». Классика оказалась скучной, ее опять в итоге заменили. Пошли навстречу играть легкая отечественная эстрада Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, «Угонщица» и, конечно, снова «Седая ночь».